Здравствуйте, друзья, подруги. Очень рад вас приветствовать на канале Реакция First Feel. Меня зовут Артурчик First Feel. Сегодня мы будем слушать трек моего хорошего друга, товарища, приятного пацана, уважаемого вообще человека, Рустамчика Стервелла. Ездил, значит, к нему в гости недавно. Очень много и приятно проводили время. Уважаю этого пацана, его музыку. На музыке у нас Сережа «Все можно», тоже мой близкий, прекрасный товарищ. Рустама, типа, много чего залетает в Яндекс.Музыку. Отличные песни в целом. Давайте почекаем, что там Рустам нам сделал, и попробуем разобраться, сколько это пиздатый музыка. Писал, говорил, обязательно послушай, будет круто. Ладно, да. Ей! Я молодой Меладзе, реально, я в ахуе. Что вы там на Шумодав жалуетесь? Я его чуть-чуть подрулил. Подрулил Шумодав. По идее, сейчас должно быть получше. Блин, звучит прикольно. Звучит прикольно. У него вокал очень интересный. То есть, ну, ты не обламываешься его слушать. Это как будто что-то и старое, и новое разом. И он довольно эмоционально преподносит музон. Не забудь какие-то ландыши. Ну, вот. Ира любит тюльпаны. Тюльпаны она любит. Ну, да, да, да. Да неплохо, неплохо. Мне нравится пока. Я уже устал слушать, как будто бы песня из 2017-го. Ну, есть такое, да, что она немного старит по звуку, есть такое, но при этом, ну, это стилек, не знаю, насколько он может быть успешен, вроде как много людей достаточно слушает Рустама, но хуй знает, посмотрим. Мне именно вокальные какие-то приемы нравятся, вокал у него, правда, интересный, то есть ты его один раз услышал, и потом не обломался, типа, еще послушать, скажем так. Ну, реально красиво, то есть вот эти вот даже изменения голоса, типа, прям есть кайф. Хороший залет, хороший. Ой, как красиво в конце сделал. Красиво, красиво в конце сделал. Ну вот, опять же, типа, тут можно рассуждать на тему того, твоя эта музыка, не твоя, но именно в плане ремесла какого-то, ремесла Меладзе X Шабан трек,
Сука, что-то меня разъебало с этого. Не, хорош, хорош. Ну, то есть, ну, опять же, я не могу сказать, что у меня прям, ну, мне нравятся его другие песни. Они такие более припанкованные. Мне больше нравятся. Но сделано это охуенно. Типа, звучит это пиздато. Вокально это интересно. Наверняка найдется у этого музла свой какой-то слушатель. Это, возможно, не совсем я. Мне другие песни Рустама нравятся. Но, как бы, что надо, вокально и эмоционально он держит тебя. И это очень круто для артиста. И в этом плане я ему респектую жутко. Так, вы что думаете? Давайте, рассказывайте. Имбану из-за вайба не совсем не то. Завтра в «Голос России». Ну, блядь, было бы круто, конечно, да. Я посмотрел на эту битву как в «Голосе», знаешь, типа, где шаманы Рустам бы хуярились, там пели бы кавера какие-нибудь, я хуй знает. Было бы заебись. И чтоб в конце там Дима Билан и Полина Гагарина решали, кто из них круче. Вот это реально было бы круто. Красиво, красиво, безусловно.